Всем привет, дорогие наши зрители и подписчики канала на YouTube. Итак, у нас сейчас время 10:20, наверное, и 14 ноября. Я сейчас собираюсь уходить, смонтировала влог, покормила всех зверей, погуляла с собакой, отвела деток в садик, соответственно, с утра проводила Владика в школу. Ау, Гердыч примчался. И сейчас я собираюсь уезжаю к нашей подписчице Татьяне в гости. Вообще мы планировали всей семьей, но это... Да. Как-нибудь на выходных. А сегодня я к ней еду одна. Ты чего перекрикиваешь меня, а? Чего перекрикиваешь? Где твои игрушки? Иди играйся. Хотим с ней пообщаться. Вчера у ее дочери был день рождения. У Полиночки было 6 лет, с чем мы ее поздравляем. Вчера мы поздравили ее лично. Ух ты. Мама приехала, я к нашей подписчице. Это, получается, у нас Брянская область, Свень. Тут, получается, вот от набережной до сюда ехать где-то 27 минут у меня вышло. Я больше вру. А, вот она, торчит. 4, да? 4. Сколько я здесь ехала? Без 15 я села на набережной, и получается 2,5 я здесь. 45 минут. Автобус идет минус 40. Минут 45 минут, да, это вышло у меня. Заходи. Это ваш? А, еще и наверх. А чей это кошак был? Это был наша. А мамкина? А, все, я ползу. Это пустая. Мне экскурсия по... По поселку Свень. Мы еще на водоем ее. Мы едем сейчас куда? Мы на дачу, да? Да. Сейчас, на дачу. Сейчас на дачу поедем. Мамины розочки укроем. Вот эти новые дома. Это все новые. Вон видишь, как эти бара. Да. Сносили это, да? Вот это новое строили. Школа вся укомплектована. Ее даже по телевизору показывали, что она ни гимназии, ни лицею в Брянске, даже вот рядом, кстати, все оснащено. Вот здесь мы там раньше жили. Вот, где новый дом. Полностью. Вот тут. Ага. Вот. А теперь, сейчас вот этот детский садик, вон Полиночка моя, там... строят ее, там надо заводить в группу. А это что такое? Это сельский клуб, но его будут закрывать, сносить сейчас пока в другом месте. Вот она школа. Ох, ничего себе, хороша. Да, вот. И здесь, вон мой ребеночек, вон он в розовый стоит, видишь, с маленькими бубонами. Вон мое сокровище. А маленьких уже нет, уже забрали. Вот она школа, вот она полностью. Обалдеть, большая. Новый. Там вообще аквариум такой вот электрический или какой-нибудь там. Водопад. Да, вообще то есть суп. Школа полностью оснащена, оборудована. Вау. И вот да, даже говорят, что в городе ни один лицей не уступает. Не, новенький такой, вообще хорошенькое здание, абсолютно обалденное. Вот. Знаешь, сколько сдали эту школу? Вот такая а с не было ее? Была, это вообще. Или была? Нет, это вот второй год она стоит. Здесь была обычная деревянная школа. Сельская самая простая. Да, а сейчас вот вот он в сад к нам городских деток возят. Потому что сад, воспитатель у нас вообще просто вот. Ну, и кормят хорошо. Супер. И да, вот единственное, что минус, он до 6. Хотелось бы до 7, но... Ну что делать? Да. Поэтому вот так. Да. Как тепло в спинке, хорошо-то, а? Сидушка греется. Еще-то хорошо. Сейчас прокатим ее по-местному. Вон еще, видишь, два новых дома. Вот это вообще дома уже стоили. Я тут уже поинтересовалась, сколько тут квартира стоит. Мы Танюшку к себе перейдем. Ну тут просто такая... Ну не согласилась детей возить надо. На тренировки. Тренировки убивают. Если бы не тренировки. Вот, так что вот так. Очень рада, девочки, очень. Что наконец-таки она приехала. Я же сказала, что в среду выберусь. Да, 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 обещала, вот выбралась. Так что... Да, поехали. Приехали мы на дачу. Девочки, это вообще, это умора. Танька пихали вот эти вот штуки, я не знаю, шпажки, что это? Глянь опять! Глянь, где она их поназапляла?
Мама, девочки, точно не у нас. Ну, девочки, Валь, точно не у нас. У нас их нет. У тебя на участке. Ну, я шучу, конечно. Сейчас бежала, короче, на эту штуку. Как шляпнулась. Я, говорит, помогу. Зато я запихнула ее. Да, зато, представляете, запихнула. Я в итоге так с вами не запихнула. Шлепнулась и запихнула. Давай. Розы будут помнить Танину. Доброту. Вот видите, как бы вот эту штуку ее вот... О, не, зашла. Ну, не до конца, пихай. Короче. Пихай. Мама сейчас бегает. Вообще, короче, зато пихи. Весело. Зато, да, зато будет что-то. Yeah. Вот, всё, Танюха нам помогла. Будет у нас красота по весне. Не по лету, по весне еще нет. По второму кругу пошла? Нет, да, много. Наш метраж большой. А сюда надо кирпич кинуть? Да. Сейчас под кирпичом схожу. Розы, девочки, укрываем. Лапника не набрали, укрываем розы. Ух. Дачный участок. Еще строительство. Вот я сегодня тружусь. Мама, я тружусь, потом не говори, что я не помню. И тебе голову мне шлепнула за кирпич. Просто мама говорит, я на горозе ничего не помню. Вот, принесла кирпич, помогла. А там что накрывать? А мама, там что? Прилетела на эту розу? А ее тоже будешь открывать? Она же выдерживает холод. Пошли. Вау-вау, в моей жизни сделана первая роза. Да, я себе крутила цветы. Посмотрите, какую первую красивую розочку я сделала. Первая в моей жизни роза, сделанная своими руками. Короче, крутила, накрутилась. Накормили, напоили. Ты сейчас только спать стала лечь. Молодец, девчонки, предприимчивая. Молодец, Танюха. Какую красоту сделал. Прямо радуется. Самое главное, глаза радуется. Да, видите. От такой красоты. Ничего, руку набьет, 5 роз сделает и будет вообще супер-пупер. Сейчас пойду куплю этой фигни. Да. Буду вечер крутить сегодня. Муж, когда вообще обалдела. Да. Вчера тут был день рождения у девочки, я уже говорила, кстати, видео. Да. Красоты шарики. Так, а еще хотелось бы вам показать и рассказать. Буду осваивать теперь помаленьку скраб-букинг. Татьяна у нас этим занимается. И уже очень давно занимается. Да. Будем вот подогревать ваш интерес. И самой учиться. Будем очень учить Татьяну. Будет она у нас теперь не только головастая, не только рукастая, но и будет теперь, будет, как это сказать правильно, мастером. По скраббукингу. Вот. Девчонки, будет. Девчонки, мальчишки, простите, я очень переживаю, я очень нервничаю. Я не как Татьяна. Ну, я не публичный человек, поэтому мне немножечко сложно говорить на камеру, но попытаюсь сказать. С Татьяной раз в неделю мы будем снимать вот такую красоту, которую можете, кстати, делать и вы с нами. Потому что у меня есть группа, где вот всякие вот такие вот красивые вот такие вырезные штуки. Я их люблю, я их отправляю. Это не реклама моя, сразу говорю, чтобы не говорили ничего на Татьяну. Мы просто будем осваивать творчество. Как бы мы просто говорим, что такое, ну, вы можете, в принципе, делать вместе с нами. Будем показывать, будем рассказывать, будем с Танюхой крутить цветы. В первую очередь будет учиться наша Танюша. Девчонки, скажу честно, это интересно. Это очень интересно, что попробовала розу. Вот, так смотрите, интересно. Это будет альбомчик. Будет он закрываться вот так, будут разные раскладушечки, будет все на подложечках. Эти альбомчики будут для наших бэбиков, ну, деток. Не обязательно делать в розовом стиле, не обязательно, это может быть мальчишки. Мы будем пробовать всевозможные варианты, будем учиться ленивые альбомы делать, это то есть печатать что-то. В общем, ну подписывайтесь на Танюшку, смотрите, учитесь вместе с нами, получайте. Вместе со мной в первую очередь. Да, ну с Татьяной, да. Вот, в общем, наблюдайте. Танюха у нас молодец. Будет осваивать новый вид творчества. Ну, а почему бы и нет? Да.
Сегодня она попробовала свит-цветы, свит-дизайн, пробовала розы. Ну, вот мельком покажу, но букет разобрали уже дети. Знаете, вот он, красота. Это букет. Ну, видите, дети уже порасковыряли. И, то есть, там внутри конфетки. Были когда-то. Ну, это где-то есть. Где-то есть, не разобрали. Было, в принципе, ну, девчонки, сами понимаете, у меня ребенку одному 2 года, мальчику, а второй 5 лет. Моя красота, да. А вот и Танюшкина, она научится объемности, пышности. В общем, подписывайтесь, смотрите, будет интересно. Смотрите, какая красота, я только его увидела. У меня что же такой цветок есть? Это фикус. Только он у меня мелкий. Он, он очень медленно растет. Он, сказать честно, мы его купили поменьше, но сейчас из-за того, что он пережил... Короче, я безответственная хозяйка. Получилось так, что я забыла его убрать с окна. Пришли холода. И пришли так резко холода. И он подмерз одной стороной, соответственно, осыпался. Угу. Вот. Ну, по пальме видно, что она пальма пышная. Да. Красивая. А еще, девчонки, у меня есть красивый цветок. Пойдем покажу, Таня. Пойдем. Мне самой стало. Куда вы прячетесь? Все равно сниму, покажу. Так. Вот он. Смотрите, девочки, полю, лелею, обожаю, обалденно. Разговариваю, выращивала с одного вот такого, он такой капризный, это мой маленький сынок, а может быть доченька, я просто не знаю. Какого? Да, слоновое ухо, поэтому, какое оно слоновое, красивое. Цветок, видите, у меня тут вот она еще, дитё мое растет, он цветет, он у меня зацвел, он любит, чтобы я с ним разговаривала. Поэтому я говорю, подписывайтесь на Танюху, и будет все вот так. Молодец. Так, а теперь мы собираемся. За детками. Нужно Танюшке. Кто за детками? Да. А мама ведет меня. Танюшка пойдет, наберет гостинца, потому что мы живем в поселке, у нас огород, и нам стыдно Татьяну. Мама мне сказала. Да, не угостить. Не угостить сластяшками всякими вкусными с погреба. Тем более у моей мамы огурчики такие, что. Это реклама мамочки. Мама прячется, не дается. Дадим всяких разных салатиков, всякого вкусненького. Вообще, я очень рада, Танюш, что мы с тобой познакомились. Я тоже безумно рада вообще. Я вот скажу честно, без преувеличения, настолько вот хорошая семья, настолько добрая, настолько все по-простому как-то, я не знаю, вот я не могу, понимаете, экран это одно. То, что мы видим, даже пускай, девчонки, где-то какая-то ошибка. Но неужели вы такого не допускаете? Вот я, допустим, тоже нечаянно где-то что-то... Это жизнь. И вот скажу честно, Татьяна проживает жизнь. Она ее живет, понимаете? А не выдуманная с картинки, как правильно, как красиво. Она именно живет, она наслаждается. Поэтому подписывайтесь. Подписывайтесь на классные семьи. Люблю вас всех. Вот, пошли так одеваться. Что. Да, пошли одеваться. Все, пока-пока. Детки! Давайте раздевайтесь. О, боже мой! Там варенье. Герда, что ты сначала испугалась? Нас. Илья, раздевайте, жарко дома. Таня довезла до дома. С своими малышами, своей мамой. Тише! Веронику толкаешь! Тихо. О боже. И вот мы поднялись домой. Илья, давай раздевайтесь. Камейка. И вот это все я привезла от них. А куда мы это денем? Домой куда? А куда? Мама нам просто надавала всего, что только можно. Сейчас я вам все покажу. Давайте раздеваться. Так, что? Мы разбираем наши подарки от наших подписчиков. Спасибо. Это маленький подписчик. А это что? Так, достаем. Сейчас уже буду рассказывать. Доставайте по одной баночке. Аджика из кабачков. Аджика. Дальше. Это вот такие огурцы. Их можно есть как так. И, в принципе, добавлять, например, рассольник. То есть они уже готовы. Да что ж такое, так темно, кажется. Давай. Лечо с соусом. Давайте по баночке. Так, это у нас получается суп-рассольник готовый. Или
Илюша, аккуратно, Илюша, аккуратно. Дальше, банка огурцов, июль 2018. Аджика из кабачков, две баночки. А тут что написано? Так, здесь у нас получается, о, банка, давайте следующую. Следующую давайте. Лечо с соусом. Две, с соусом две с этим получается. Тихо, смотри, я чувствую, мама... Это неаккуратно возьму. Так, еще одна банка огурцов. Две банки. Две аджики, две лечо. Дальше. Это у нас получается лечо. Какой-то с кем-то тоже такой интересный салат. То есть они отличаться будут от этого. Огород. Дальше. Что у нас здесь? Здесь у нас идет. Что-то у нас здесь идет. А, это домашний соус, вот точно, это домашний соус. Я сама готовила. Дальше поехали. Повидло, дочь, я тебе говорила про повидло. У нас давным-давно никто повидло дома не готовил. Вот повидло вам из яблок. Помидоры, собственно, соку. А что? Можно яблоки буду домокать и есть их? Нет. А как? На хлебушек намазывать. Дальше у нас здесь идет. Что у нас здесь? Икра. Баклажаны плюс кабачки. Вот Илья, который Илья и любит у нас икру, да? Аккуратно, аккуратно с банками, Илья. Скоро мы будем доставать все сами. Кабачковая икра. И еще одна банка. Так, яблоки, сгущенка. Ну, повидло получается. Банка салата. А нет, леча. Урожайный огород. А где? Тише, не спеши, Илья. Не спеши. А где варенье? Вот оно, повидло, сейчас сказала. Варенье. Вот. Где? Илья, аккуратно, я не толкну Илюшу. Да, это у нас черная смородина, варенье. А это огурцы. А это салат из огурцов. Все, с банками закончено, да, Илюшка? Да. Все. Так, давайте мне он тот пакет разбирать. Тихо, Вероника. Тихо. Так, кабачок. Так, кабачок. И там еще. Так, давайте все расставлять. В сторонку. Не доставай, Илюша, наверное, все. Сейчас мы все на балкон будем носить пока. Еще один кабачок. Еще один кабачок. Большущий. Да? Так, вот давайте выставлять в ряд. Сколько у нас банок? Это маленький, наверное. Ага, ничего себе, маленький. И еще один кабачок. Обалдеть можно вас, просто. А вас 20. Так, тебе все, время отходи, не смотри на половину это стола. Уже мороженое. Это уже морозилка. Это у нас так, лук замороженный. Не фукай. Давай, Вероника уже вытащила тут для себя в первую очередь клубника, но ей надо еще дочь этот. Нет, я буду есть. Она еще замороженная, зайка, замороженная. Так, давай-ка. Так, еще лук. Тут у нас, это что-то, забыла, как называется. Вот что-то эти вот беленькие порезанные. Именно где ножка получается. Это вот именно зеленый лук. Пускай играется. Зеленый лук. Еще лук. Еще лук. Вот сколько у нас теперь лука замороженного. Это чесночные стрелки. Целые. Давай, Илюш, поскорее. Ням-ням-ням. Это? Это замороженные помидоры. Вот что это такое. У них свой дом? Нет, у них просто свой огород есть. Замороженные помидоры. Доча, подожди. Это грибы. Грибы можно пожарить, картошку. Покажи. Что им с ним приготовить, что мы с ним сделаем. Скорее, пожарим картошку. Это тоже грибы, это не шампиньоны, это тоже грибы, но это грибы на супчик. Суп наварю вам. Когда? Это помидоры черри, вот такие вот маленькие.
вкусные будут. Дочь. Все, Илюшкин? Да. Все, все пакеты освободили. Вот такое у нас изобилие на столе из банок и из заморозки от наших подписчиков, за что спасибо большое Татьяне и Елене. Просто очень-очень приятно. Спасибо. Съездила, называется, в гости. Обалдеть можно. Спасибо большое. Дочь, аккуратно. Поставь пока на место. Так, все, будем раздеваться. Пришли мы домой. Мы с Илюшей сегодня были на тренировке. Не знаю, не помню. Магазин, говорила, да, говорила я, чего не говорила. После еды, да, клубника будет, конечно, доставила. У нас с сегодняшнего дня изменили расписание тренировок. Илья, давай раздевайся, руки мыть, в ванну бегом. Ну, с сегодняшнего дня. Теперь у нас будет не понедельник, пятница, как у нас, ой, вторник, пятница, как у нас было. А теперь у нас будет вторник, среда. И вот сегодня мы были, соответственно, на тренировке того, что пришли. И раньше у нас была дома. Доченька, сейчас будешь. Она сейчас еще чуть-чуть подтает. Как раз мы покушаем, как раз подтает. Нет. После еды. Дочь, после еды. Лезет за клубникой охотится.